Икру на зиму можно закатать из такого полезного овоща, как баклажаны. Получается она очень вкусной. Подавать к столу ее можно как самостоятельную закуску, к гарнирам или мясным блюдам. Для приготовления такой икры подойдут любые по размеру баклажаны. Кожуру с них желательно очистить, чтобы не было лишней горечи. Майонез можно использовать с любым процентом жирности. Баклажаны 2 штуки. Лук – 1 штука. Майонез – 0,5 столовой ложки. Соль – по вкусу. Перец черный молотый – по вкусу. Масло растительное – 60 мл. Уксус 9% – 1,5 столовой ложки. Количество порций – 3. Подготовьте ингредиенты. Вымойте, очистите и нарежьте кубиками баклажаны. Очистите и нарежьте аналогично репчатый лук. Выложите овощи в сковороду, в которую налейте растительное масло. Туда же добавьте соль и перец черный молотый. Тушите все овощи в течение 10-15 минут. Затем добавьте к ним уксус. Выложите майонез и очень хорошо перемешайте икру. Выложите ее в чистую стеклянную банку объемом 200 мл. В миску или кастрюлю на дно выложите тряпку, установите банку с икрой, налейте воду. Столовые реализуйте икру в течение 70 минут. В завершении просто закрутите банку плотно крышкой. Икра готова. Храните ее обязательно в темном и прохладном месте.